Транспортная компания «Гринбас» за короткое время завоевала сердца шымкентцев. Узнаваемый одинаковый цвет автобусов, единая форма водителей и контролеров, качественное обслуживание. Транспортную компанию «Гринбас» работают со дня открытия. Автобусы, на которых мы перевозим пассажиров, отвечают всем требованиям. Да и обслуживание по сравнению с другими маршрутами на высшем уровне. Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья. В день работников транспорта руководство компании не забыло о ветеранах. Нармет Уразов проработал в транспортной сфере 40 лет. Специальный нагрудный знак за его самоотверженный труд. Работаю инженером по охране труда и технике безопасности. Я, как говорится, специалист по транспорту. В этой должности уже работаю. Другой профессии у меня нет. Транспортная компания «Гринбас» появилась в Шымкенте в феврале 2015 года. Еще два года назад всего 60 автобусов работали по 5 направлениям. Сегодня парк увеличился до 300 автобусов. Руководство компании гордится тем, что «Гринбас», по сути, является в Шымкенте монополистом и крупнейшей транспортной компанией в Казахстане. На сегодняшний день мы сейчас только в городе Шымкент обслуживаем 11 маршрутов. И еще у нас есть 4 парка в Алмате, в филиале. Всего работает около 2500 человек, из них водителей около 2000. Компания «Гринбас», занимающая одно из лидирующих мест в Шымкенте, в этом году признана лучшим перевозчиком области. Ну а главное признание от жителей и гостей города – выбор в пользу зеленых автобусов.